Слава Богу, братья и сестры, мы сегодня будем вспоминать смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа. И хотелось бы немножко поразмышлять. И Иисус Христос говорил в последнюю вечерю с ученикам, в последний этот вечер, перед тем, как должны его были уже предать на смерть, Он заповедает нам, говорит, когда вы будете это все делать, то смерть Господню возвещаете, доколе я приду, доколе Он придет, апостол Павел говорит. И сегодня люди не очень любят говорить о смерти. Ну, в принципе, это и нормально. Но для нас, для верующих людей, эта тема, она актуальна, потому что именно благодаря смерти Иисуса Христа мы сегодня имеем жизнь. Благодаря тому, что сделал Иисус Христос, Он претерпел эту мученическую смерть ради нашего с вами спасения, ради нашего с вами оправдания, мы сегодня имеем жизнь вечную. Слава Иисусу Христу! Но есть также смерть духовная, есть также смерть и физическая. И когда Адам в Эдемском саду вкусил, помните, запретный плод, то сначала он нарушил заповедь и в действие привел закон. И сначала он умер духовно, а потом физически. Но еще есть один необычный такой момент в отношении смерти. Это то, что мы уже слышали. Смерть Господню возвещаете. Это не только о том, чтобы проповедовать о Христе и вспоминать о том, что Он сделал для каждого из нас. Но это еще и жить ради Него. Это еще и жить, так как Он заповедал в Своем Слове. И написано в Колоссянам 3 глава, 3 стих, такие слова: «Ибо вы умерли», видите, еще за смерть говорится, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И я хотел бы буквально немножко остановиться на видах смерти во Христе. Ну, такая может быть тема для нас сегодня, но она актуальна. И когда мы это понимаем для себя, то жизнь Божья, она открывается в нас. Первый момент – это смерть для себя, для своего «я», для своего эго. И Павел, апостол Павел в Галатам пишет: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Апостол Павел, он позволял Христу, Иисусу Христу действовать через Него. Действовать через Него, и он говорит: «Я живу верою в Иисуса Христа». Он постоянно это в своей жизни практиковал. Он жил Иисусом Христом и умер для своего «я». «Я» – это наш эгоизм. Это такая, знаете, это враг, который хочет, чтобы жить для себя, чтобы только Ему служили. Только Ему служили. И когда мы позволяем Иисусу Христу в нашей жизни господствовать, когда мы послушны Его Слову, то наше «я», оно умирает. Когда мы не прислушиваемся к нашему внутреннему «я», а когда мы послушны Иисусу Христу. И для нас, для верующих, чтобы действительно жизнь эта Божья открылась через нас и в нас, Господь должен стать господином нашего сердца, нашего разума, эмоций, воли и чувств. И для этого нужно принять решение. Принять решение, чтобы посвятить свою жизнь Христу, чтобы: «Господи, я хочу, чтобы Ты безраздельно властвовал в моей жизни. И не хочу жить для себя, не хочу жить только для себя, не хочу, чтобы мое «я», а «я» оно порождает и гордость, и другие всякие грехи, чтобы оно царствовало в моей жизни». А нашему эгоизму, нашему «я», конечно же, неприятно. Конечно, неприятно. И наше «я», оно не хочет подчиниться Иисусу Христу. Потому что мы хотим жить для себя. Мы хотим жить, ну, так наша греховная природа нам диктует. Но мы должны понимать, что есть воля Божья. И воля Божья, она благая, угодная и совершенная. И когда мы подчиняемся воле Божьей, когда мы доверяемся и подчиняемся Иисусу Христу, то в нашей жизни происходят перемены, и Бог благословляет нашу жизнь. Жизнь Божья открывается в нас. И пример Иисус Христос. Помните, мы уже слышали этот псалом, когда Он был в Гефсимании, то там молился и сказал такие слова, ключевые такие слова: «Не моя воля, но Твоя
да будет. И благодаря этому, что он полностью посвятил себя, да, исполнению воли Отца, сегодня мы на этом месте. Сегодня мы можем иметь прощение грехов. Сегодня мы имеем жизнь вечную. Слава Богу! Слава Богу! Второй момент, который я хотел бы в связи с этим сказать, это смерть для греха. Первый – это для своего «я», второй – смерть для греха. Римлянам 6 глава, 2 стих написаны такие слова. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Грех, он живет в нашей греховной плоской природе. И даже когда мы рождаемся свыше, то все равно где-то он преследует, может преследовать каждого из нас. Но благодаря тому, что совершил Христос, он дал нам свободу от греха, дал нам свободу выбора, дал нам вот эту свободу духовную. Мы можем делать в жизни правильный выбор, и благодаря Духу Святому мы с Его помощью можем умерщвлять грех в нашей жизни. Умерщвлять грех в нашей жизни. Потому что только в небеса, когда мы туда придем, там греха не будет. Здесь мы еще на пути, здесь мы еще в борьбе. И очень важно иметь правильный настрой. Когда мы боремся с какими-то моментами нашей жизни, очень важно иметь правильный настрой, чтобы принять решение до конца, Господи, чтобы никакой грех, он не властвовал и не царствовал в моей жизни. До конца. Помните, когда Израиль, он стоял перед обетованной землей, и они не были готовы туда войти, они не были готовы сражаться, у них был страх, у них было какое-то отчаяние, переживание, но было там два человека, Иисус Навин и Халеев, которые сказали, мы идем до конца, потому что Господь с нами. Так и в нашей жизни, противостаньте Ему твердую верой. Противостаньте Ему твердую веру. И когда мы сражаемся, когда мы настраиваемся идти до конца, Господи, не просто, что опустить руки в определенный момент не получается, нет, Господи, до конца, чтобы грех, он не царствовал в нашей жизни. С Твоей помощью, благодаря Слову Твоему, благодаря Духу Твоему Святому, я буду побеждать. И апостол Павел евреям, он пишет, вы еще не до крови сражались. Такой момент. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. С грехом нужно связаться даже до крови. Даже до крови, Господи, до конца. И если мы не умертвим грех в нашей жизни, то он умертвит нас. То он умертвит нас. И еще момент, который ослабляет силу греха, ослабляет его действие, да, и потом мы можем побежать, это когда мы подчиняемся Богу, когда мы слушаемся Бога, когда мы подчиняемся Его Слову и Его заповеди. Помните, когда евреи, они подошли к Иерихону, стены, такие стены, что трудно было что-то туда попасть, трудно было завоевать, но Господь сказал свое слово. И они послушались этому слову, они 7 раз обходили, помните, и в конечном итоге стены упали. Так и в нашей жизни, если мы послушны Господу, если мы послушны в своей жизни Господу, стараемся, стремимся, то это приведет к победе. Это приведет нас к победе. И еще один момент. Иногда мы думаем, что победа зависит от нас только. Но помните, когда сражался израильский народ с Амаликом, то Иисус Навин, он сражался, а Моисей поднимал руки, то от кого больше зависела победа? От того, кто поднимал руки, от Моисея. Когда руки опускались, одолевал Амалек. Поэтому происходит сила от Духа Святого. Когда мы воздеваем наши руки к молитве, когда мы просим, Господи, избавь, освободи, прости, очисти. И Господь это совершает в нашей жизни. Написано, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог верен и праведен, и Он силен простить нас и очистить. Не просто простить, а еще и очистить. Господи, поэтому не своей силой. Когда трудно, когда какая-то борьба, мы приходим в молитве, взываем Господу, и приходит помощь от Него. И приходит победа от Него. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы и в этом моменте тоже мы побеждали. Третий момент, смерть.
мы говорим о смерти. Третий момент – смерть для стихий, для этого мира. Написано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Нам, как любящим Бога, если мы любим Бога, нужно возненавидеть грех. Возненавидеть грех. И, конечно, можно увлекаться чрезмерно там какие-то политикой, возможно, каким-то интернетом, телевидением, сериалами, еще чем-то. Но у нас, как детей Божьих, так не должно быть. Единственное, кого мы должны полюбить в нашей жизни, я имею в виду в первую очередь, это Господа нашего Иисуса Христа. Господа нашего. И отлепиться от того мира. Написано, какое согласие между Христом и Велиаром. И знаете, как, ну, я так одно где-то прочитал, как переводится это слово «велиар», это слово означает бесполезность. То есть человек, который любит этот мир, он без плода остается для Господа. Он бесплодный остается. И таким образом мы можем проверить. Сегодня достаточно людей, и в том числе те, которые ходят в Дом Божий, и могут быть бесполезны, бесплодны, к сожалению. Но Господь хочет не этого. Господь хочет, чтобы мы принесли много плода для Его Царства. А для этого нам надо полюбить Его всем сердцем. Полюбить Его и отлепиться от этого мира. Апостол Павел говорит: «А я не желаю хвалиться, разве что крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». И последний момент, который хотел бы заметить, это смерть, скажем так, для закона. Для закона. Написано Римлянам 7 глава, 4 стих 6 и 12, такие слова. «И так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Но ныне умерши для закона, 6 стих, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Посему, 12 стих, закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Я что имею в виду? Умереть для закона – это не значит умереть для заповеди. Иногда христиане говорят, что нам не нужен закон, нам не нужны и заповеди. Это заблуждение. Цель закона была показать ужас греха. Ужас греха. И привести таким образом ко Христу. Ужас греха и привести ко Христу. Это тоже мы можем читать из Слова Божьего. Но законом никто не оправдывается. Законом никто не оправдывается пред Богом. И написано: праведный верою жив будет. Мы читаем Слово Божье, мы молимся и спасаемся благодаря тому, что сделал Иисус Христос. Благодаря только Он смог исполнить закон, только Он был совершенной жертвой в этом смысле. И благодаря тому, что Он исполнил закон, мы сегодня имеем жизнь. И написано: как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной за грех и осудил грех во плоти. Сам по себе закон без Христа, он не имеет силы, для, чтобы спасать. Но когда мы принимаем Иисуса Христа в свою жизнь, то исполняем, то мы становимся способными исполнять и Его заповеди. Бог дает нам силу и способность исполнять Его заповеди. Когда мы во Христе, то через это мы исполняем Его заповеди. И исполняется таким образом и закон в том числе. Поэтому пускай Бог благословит сегодня каждого из нас, чтобы действительно то, что, о чем мы сегодня говорили, оно так и было в нашей жизни. Потому что Слово говорит: ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Пускай у нас действительно будет смерть для греха, для этого мира, для своего «я», но чтобы мы жили для Иисуса Христа. Давайте мы в этой молитве встанем, помолимся, попросим Божьего благословения нам участвовать достойно. И если что-то есть в сердце, то принесем Господу, скажем: «Господи, прости, очисти и благослови нас».